have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы с вами в Хайку. И это не то место, куда я хотел пойти, но, видимо, мы сейчас находимся, видите, в красной зоне. Я думал, что я вот тут вот внизу через желтую выйду обратно в фиолетовую, но там поршни до сих пор закрыты. Я думал, что они открылись с началом работы механизма, но нет. А, мне нужно теперь очень много денег. Очень. Мне только на апгрейд второго и третьего, ну, как бы красного и синего слота нужно в районе 1000. Ой, блин, а что это за коридор такой длинный? А, это нужно зайти с той стороны. Ясно. И, кстати, смотрите, турель поезда, ой, турель, этот, турель, турникет. Да, да. Когда хочешь сказать одно, говоришь другое. Турникет это называется. Бздынь. Пожадничал, пожадничал. Хотел взять с него монетки, взял. По сути, потратил больше. Обидно. Так. Значит, вон там сверху, попав туда наверх, каким-то образом когда-то мы откроем себе сокращение. Так, есть путь вниз, есть путь сюда. Давайте сначала сюда. А, это... А я зря починился тогда. Ну ладно, кто ж знал. Таким образом, я сейчас от поезда, кстати, очень далеко. О, тут можно денежки свои скинуть. Ну, пусть даже 26 монет, все равно их скину. Потому что обидно было бы их терять. Тут у нас сверху сохраняшечка и денежка. Путь у нас только один, туда вниз сейчас. Воу-воу-воу, а вот мне сюда нужно. О, заберу. 40 монет мы получили, да? Ну, 40 монет вроде как можно было пойти сохранить, но... Ой, блин, это лифт. У нас будет драка на лифте? Классическая, да? Не будет? Его можно посередине снять. Так, мне, видимо, нужно будет открыть проход туда, чтобы я мог уехать дальше. Да... Ох ты ж! Они летают, это... Рой бедрил. Их можно разламывать. Что тут? Тут такое ощущение, что тут тоже маленький проход, смотрите. Да, видите, оно вопросиком обозначилось. Тут не хватает куска конструкции. Так же, как вот здесь, вот, фиолетовая часть, видите, там тоже маленький проходик. Видимо, нас научат или уменьшаться, или как-то кататься, как Соник. Уж я не знаю, как это все будет. Там ничего, вроде ничего. Поехали посмотреть. Мы все налево пошли. Там вроде как... Нормально? Там вроде как еще направо можно. Ох ты ж, а что так опасно? Оп, оп, я понял. Ай! Я понял, как это работает, ладно. Оно внизу. Давайте я схожу за бонусом. Мне, по идее, надо бы сначала вниз все-таки. Перед тем, как я продолжу, потому что... Оно еще и запрятано было, вы прикиньте.
Я лучше починюсь, наверное. Так, что у нас по карте? Показывайте. Ага. Туда какой-то секретик, и пройти можно по верхам. Также, да, видите, направо у нас будет, ну, грубо говоря, три остановки. Мы сейчас на первой остановке, будет вторая и третья. На каждой можно будет сойти. Хорошо. Блин. А, я не получаю урона при скольжении. Ой, это прикольно. А, как там еще раз? Сюда секретик? Пойдем. Ага. Ага. Ну, а как мне получить... Стойте, там же... Ну, там же тупик. Или как-то с той стороны можно будет зайти. Ладно, посмотрим. Я пока не вижу, как это можно сделать. Оно обновилось! Вот видите, длина клинка — это то, что мне нужно, потому что сейчас я бы, например, меньше рисковал бы. Так, там был бонус, я его забрал, вроде как секретной стенки там не предвидится. За деньгами я сейчас буду гоняться очень сильно, уж не обижайтесь. Оно звуком предупреждает об атаке, что неплохо. Угу, так. И это... Оно открывает снизу. А там потом нужно будет, чтобы открыть сверху? Ну хорошо, мобы вроде не респавнятся в районах этой зоны. Так что... Наверное, можно бы... Да, теперь это откроет сверху. Супер. Стоп. Как это было? Вот это? Вот это. Что я собираю? Вот эти вот детальки. Я, блин, забыл, к чему они. Ладно. Нет! Фу, блин, что ты делаешь? Так, я могу туда. И это мне откроет некие вещи. Ну, получается, у нас вот тут кармашек, который я не видел. Офигеть. А я ж... Я не могу слайдить в воздухе. Нет, нет, нет! Да вы издеваетесь. Что там должно быть такого? Это очень сложно. Они в разные стороны вращаются, эти площадки. Иди сюда. Иди сюда. Блин, сколько я тут денег оставлю. К такому жизнь меня не готовила. Блин, а через это же еще и возвращаться придется. Вы офигели? Нет! Одна ошибка, и все, и ты улетаешь. И причем невозможно предугадать... ну, возможно, оно крутится. Просто ты не всегда сразу можешь... На! А надо ли оно мне сейчас? Да ну он не зацепился сейчас даже. Офигеть. Тут еще в чем дело, я иногда пытаюсь управлять на дипаде, иногда пытаюсь... Зря там задержался.
Ладно, ладно, прошли, прошли, потратили на это сколько, больше полтоса деталек, но прошли. Это можно было сделать лучше. Прикиньте, если сейчас все это... Ох, нет, это не боссом закончится. Так. Если это все закончится хорошим шорткатом, я буду не против. Да хорош! Меня бить! Я хочу хороший шорткат. Я хочу что-нибудь... О-о-о, это с каким-то... Я поздно отреагировал. Оно будет... Оно так и будет стрелять? Вы нормальные? И что мне с этим делать? Оно просто... Оно даже не подлетает близко. Ему не надо, по сути, даже подлетать близко. Оно просто стреляет в меня. Хе-хе-хе, что, блин? Не-не-не, погодите, погодите. Я, конечно, понимаю, что это весело и хорошо. Нафиг, нафиг, нафиг. Куда я тут попаду? О, ремонтная станция, спасибо. Угу. И банковское хранение, когда у меня осталось 37 монеток. Не когда у меня было 140? Не, зачем? Ай, блин. Какой-то шорткат? О, погоди, а ты что? Экстрактор. Чипы. О, позволяет извлекать больше запчастей из врагов. Блин, ну это, по идее, надо бы ставить. Но у меня нету бонусного... Ладно, давайте... И что мне делать? Давайте я его поставлю. Потому что накопить мне сейчас важно. Я более-менее, наверное, на карте буду ориентироваться, где что-то пропустил или не пропустил. Фишка в том, что если я сейчас упаду... В смысле, там секрет есть. А, тут... Видите, тут тоже стенка надломленная. Я как раз хотел сказать, я же, наверное, увижу все секреты и моментально пропустил секрет. Опять же, сейчас я туда... Нет, знаете что? Это не я буду становиться маленьким. Стенка надломленная, скорее всего, это означает то, что я смогу пробивать ее чем-то. У меня появится какой-то механизм, который сможет пробивать. Я так предполагаю. Также, если я сейчас спущусь вниз, да, я немножечко все закольцую. Угу. Но я боюсь, что я потом не смогу подняться. Видите, там очень высокие эти. Мне придется очень много потом заново обходить, чтобы попасть наверх. Давайте я все-таки сначала наверх схожу. Там внизу шорткат, да, согласен. Но я туда вернусь чуть попозже. Главное не забыть про него. Потому что не хотелось бы оставлять... какие-то вещи позади. Так, вот эти парни с пилами, они крайне неприятны. Давайте посмотрим, сколько мы с него получим сейчас. 10. Я так понимаю, что я об эти штуки еще и колоться буду, да? Я куда-то не туда пошел. Да, это вообще ниже. Идете лесом. Лесом. Все в лес. Фух. Ну, давайте глянем, что у нас тут. Блин, теперь надо быть внимательным, потому что... И что это? Можно как минимум сюда. О, картограф? Это странно. Этот старый клочок бумаги ведет сюда, к этой стене. Тебе что-нибудь знакомо?
Думаешь, там есть какие-то богатства за, ну, за этой землей? Вещи, про которые создатели не хотят, чтобы мы узнали. Возможно. Я полагаю, то ли есть только один путь это выяснить. Мне все еще нужно сделать несколько вычислений, измерений. Копать туннели — это очень сложное занятие. Если ты отклонишься хотя бы на 1 градус, то полностью пропустишь метку. Вы еще скажете про строение мостов. А еще что? Да, это он уже повторяется. Хорошо. Как минимум, не зря сюда зашли. Тут этот туннель вроде как не имеет пока что продолжения. Пока что. Да, выйдет и. А отсюда мне невыгодно сейчас идти дальше. Да, мне нужно отсюда бы. А что там? Я туда сейчас не попаду. Ну ладно. Ну и судя по этим пилам. Так. Большой брат следит за тобой. Я это, конечно, понимаю. Но я дальше не пройду. Не с моим уровнем прыжков и подготовки. Тут по пилам я скакать не могу. Там у нас 2 лазера по очереди, и они не прекращаются настолько, чтобы я мог через них проскочить. Не, ребят, пошли дальше. У нас там очень много денег, но туда я тоже попасть не могу. Там бонус с деньгами. Ну, тогда получается все, мы отсюда сейчас валим. Куда мы валим? Давайте, блин, вниз коридор пробивать можно. И мы выйдем обратно к фуникулеру. И получается, эта сторона у нас относительно зачищена. Деньги! Деньги. Сейчас за деньги придется очень сильно переживать. Так, меня это починило. Я оставляю деньги, ну его нафиг. Да. У нас тут кое-как 3 с копейками сотни. Я думаю, нам какой-то этот редстиц-пробиватор дадут. Посмотрим. Ну что ж. Да, нам сюда. А тут не босс случай? А, вот, это же как раз и будет ЖД. Тьфу ты, блин. Я забыл, что это за место. Это и есть ЖД. Отлично. То есть мы уже можем путешествовать между часами и вот этим местом. Туда наверх мы попасть не можем. Выбраться через желтую зону тут внизу мы тоже не можем. Странно, почему это не обозначено никак и нигде. Ну ладно. Стоит ли мне? Знаете, наверное, все-таки я поменяю сейчас себе чип пока что на этот на свипер. Я все-таки боюсь потенциально пропустить какие-то секреты. Там вверху оно мне никак, кстати, не обозначилось. Возможно, это и не секрет. Ладно. Открыли вокзал, что уже неплохо. Базар вокзал. Нам обратно сейчас к фуникулеру. Нет, чувак, это ты мне отдашь. Ты тоже забрал. Хорошо. А, фуникулер еще и вернулся. Ну, я не знаю, почему фуникулер, платформа.
Теперь мы можем, по идее, пойти направо, и направо нам позволит каким-то образом, наверное, открыть наш путь дальше. Ну, мне бы хотелось так думать, конечно. Вы издеваетесь. А как? Я чего-то упускаю? Погодите. Я же не могу тут пройти. И дальше я поехать тоже не могу. А где я должен был открыть? Возможно... Возможно, что? Но там наверху я пропрыгнуть не смогу. У меня нету полета в воздухе. И там лазеры, и там, короче... А, чё я туплю? У нас же вон сверху есть выход к фуникулеру. Ездишь? Вроде есть. А я могу туда попасть? Пойдем посмотрим. Я что-то не уверен, что я могу до туда дотянуться. Хотя можно сделать вот так. Это не отсюда. Это дальше. Это отсюда. Она мне показывает, что еще выше. Да, хорошо. Пойдем, пойдем. Очень много ударов нужно, учитывая, что это враг, рассчитанный там, ну, на ловкость или что-то такое. Так, вроде сюда. Да, мы же себе дальше открыли путь. А, я забыл про него. Извиняюсь. Чувак с пулеметом. Как я сейчас... Я думал, тебе хватит. Я честно ударил, я думал, что ему хватит, а оно взяло и выжило. Блин, взял тупо, подлетел ко мне, я что-то расслабился. Это вот небольшое такое, непонятно, почему... Вот как оно открывается, это нужно самому пешачком добраться до следующего этажа. Да что ж ты падаешь-то на него? Понял. Ой, блин, это фигня с диском. Дискобол этот. Ах ты ж! А наверх? А наверх мне, в принципе, не надо, да? Да, наверх у нас просто... Ладно. Меня понесло по этой штуке. Да ёлки! Моталки, иди сюда. Чё вы такие крепкие-то стали? Нет! Я перестал следить за своим здоровьем. Я молодец. Кто молодец? Хорошо, сейчас мы туда вернемся. Погодите. Это мы аж... Аж тут сейчас... А, ну мы туда можем доехать. Ладно, мы не так много... По прогрессу мы не так много потеряли. Я что-то перепугался, что придется идти долго, но мы же шорткат открыли, так что норм. Дружище, иди сюда. Да ж! А, их можно отбивать! Неплохо. Да иди нафиг. Ты мне тут... Не вперся вообще. Я не туда пошел. Ну ладно.
Я тогда деньги сдам. 67 монет тоже деньги. Подходим потихонечку к 400. Блин, это только... Давайте я тут сохранюсь. Поближе будет. Там нужно будет найти... сохраняшку. Так, сейчас мы сможем проехать на 2. Нет, ну... Туда мы сейчас направо ходили, мы там ничего не можем сделать, если я правильно понимаю. Там у нас вот эти пилы. Да-да-да-да-да, это нам нужно будет вернуться или с какой-то новой обилкой, или с чем-то еще поехать. Нет, ну ты чё? Ладно. Поехали дальше. С этими пилочками сейчас будем... Повезло. Оно меня могло прихлопнуть. Ты ко мне сейчас полетишь, да? Нет. Это очень странно работает. Ага, два раза. Фишка в том, что оно отлетает сразу же. Ну сколько я вот тогда по нему? 4 удара нанес? Что-то такое. На. В принципе, на более... Оу! А, вот! Я понял. Можно парировать. Только оно парирует в случайном направлении. Денег за них прилично дают, если что. Вот. Это я все повтыкал. Их можно использовать, получать... А, чекард, смотри. Их можно использовать для убийства другого мобья. Нет. Нужно идти сначала открывать карту, потому что так вот я в темноте буду бегать очень и очень долго. Да, ты издеваешься! Это плохая идея. А, ну нормально. Нет, не нормально, оно... Просто мне сейчас потолок увешает этим говном. И что я ему сделаю? Иди сюда. Оно мне могло сейчас просто потолок там заспамить этим. Да ну прыгнешь ты! Прям с самого краю надо. А, там еще и пулеметчик. Ну как? Бесит. Сейчас там встретимся уже. Ладно, мы тут. Мудилу с пилой я уже убил. Сейчас мы с вами разберемся с вот этим вот чуваком. Я не буду с ним тут сражаться. Мудила с пилой оказался тем еще мудилой, потому что... Вон его 15 монет валяются там внизу, которые я никогда не смогу забрать. Тварь. Да ну блин, ну что это за прыжок должен быть? Вот не люблю, когда такое делают. Знаете, отмеряют по миллиметрику. Ладно, создайте нормальные там прыжки. Это я не против. Хорошо. Здесь пока что не было такой фигни. По-моему, вот это первый раз, который меня бесит. Когда вроде делаешь нормальный прыжок, но... При этом нужно прям с миллиметрика прыгать, иначе не попадешь. Не знаю, не нравится такое. Так, ладно, здесь мы можем пройти вон туда, только дальше, и все. То есть пропрыгать по тому паршивому месту между шестеренок. Вот смотрите, опять же, чуть не сдох. Ну, опять же, не сдох, а потратил бы одну хпшку, но это деньги. Не хочется тратить деньги. Они будут вниз опускаться сейчас. В чем подвох? Вроде нет. Начинается какой-то супер мидбой, если на то пошло. Красный фон и пилы. Ну, если это не супер мидбой, то, блин, и мне реально сейчас предлагают это все пропрыгивать. И вниз я тоже никак не попаду сейчас.
имеется в виду вот тот этаж, который под нами, потому что нам предлагают именно какой-то обилкой туда добираться. Там не будет никакого обходного пути, скорее всего. Нам предлагают просто такие: на, чувак, держи какую-нибудь обилочку и сможешь туда долететь. А не сможешь, ну, как бы, сорян. А я чего-то не понимаю в этой жизни. Почему я не могу туда попасть? Мне нужно уметь как-то серьезно перекатываться, как Соник. В чем проблема? Я не могу туда попасть. Предлагаю пойти вылечиться, ну, потому что дохнуть не хочется. Денег у меня нету. Давайте сохранимся, подремонтируемся. Этот проходик мы себе открыли. Место интересное, но я не понимаю, мне там высоты не хватает пролезть, но оно не выглядит как... Я вот сейчас вниз тыкаю, я не могу, например, присесть или что-то сделать. Туда, скорее всего, я тоже не смогу пролезть. Ладно, мы сюда еще, видимо, будем возвращаться. Все, что имеет на себе эти значки вопроса, мы будем возвращаться. Оп! Когда мы прижимаемся, мы пролазим. Вот что интересно. Блин, я как хотел сказать, неужели Басецкий? Ясно, ясно, ясно. А-а-а-а! Ты чё? Ага, фиговая пилорама. И это мне каждый раз к нему вот это вот пропрыгивать? Ну, не так уж и много, но все равно. Но все равно. Возможности починки я себе заранее не оставляю, потому что какая нафиг починка? Нет, ну это жесть. Почему каждый раз вот так пропрыгивать надо? Так. Ай-яй-яй, я просто развернуться не успел. Да почему? Угу, на это я тоже попался, хотя я знал, что оно будет. Он на разворотах медленный. Нет! Он меня поймал, потому что я рассчитывал, что он сейчас начнет разворачиваться и пойдет в другую сторону. Он просто остановился и решил пилой. Надо будет посчитать, сколько он делает проездов перед тем, как пускает пилу. Опять же, от этой пилы не зависит, когда он запустит нижние. Это разные вещи. Ну, я более-менее понял. Сейчас попробуем. Сейчас. Да-да-да. Нафиг тебя. Жадничаем. Сейчас. Да. Пила только одна может оставаться. Как только прилетает в соседнюю стену. Я хотел сказать, что если мне нужно... Будет! Я забыл за это! Две жизни вообще никуда. Если нужно будет драться с боссом, я бы сначала прокачался бы. Это его первая фаза закончилась, да? Да, теперь он станет... Посмотрим на вторую фазу, что он сделает.
фигово пилорама. Ах ты ж! Понял. И что? Ну тут ни одной жизни вообще ни разу не хватит. Ну как бы... О, он стал гораздо быстрее. Что с тобой? Третья фаза? Я его прошел? Вы серьезно? А это можно разбить? А это не... Это... К этому прикасаться-то можно? Можно. Блин, я его прошел. Я думал, что я не выдержу на одной жизни. Что я получу? B-Modifier. Превратиться в мяч! Я говорил, что я буду чертовым Соником! Вот как я теперь смогу... Вот как я смогу попадать в чертовы места! Я все-таки был уверен, что мне дадут возможность... как-то пробивать стены, я же все-таки робот. Но нет, нет, вообще ни разу. Пойдемте сохранимся. Блин, я дурак, да? Ай, да больно же, прекрати. А мне денег не дали за это? Ладно. Ох, это ж можно теперь куда сколько вернуться, сколько-то всего сделать можно, да? Да. Сейчас попробуем пройти вперед. А, теперь таким образом я смогу вернуться на старые территории, думаю, вот тут по фиолетовому, прокатившись между стенок. Что вы думаете? Вот мне кажется, что это было бы вполне уместно. Также вот здесь есть. Давайте, может быть, пройдемся по каким-нибудь старым местам, что ли? Или пойдем все-таки... Ладно, давайте дооткроем вот эту уже территорию, потом... Я думаю, может быть, у нас будет какая-то станция, потому что ехать слишком, бежать слишком далеко. Хотя, с другой стороны, на красной остановке у нас была станция. Давайте, может быть, в самом деле дойдем до следующей станции, а потом мы с вами пройдемся по всем вот этим вот местам и по желтому, и по красному. Все, будем на это заканчивать серию. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.